Всем привет, если вы смотрите это видео, то вабалька мне на канал, с вами Дрейфуэр и... Господи, боже, запутался. И добро пожаловать вновь в Rayman Legends. Опять летсплей возвращаются, как и Rayman и God of War, все возвращается на круги своя. Будут также и новые игрушки, постараюсь, так что давайте же начнем. Напоминаю, что... Те, кто спрашивает, типа, может узнать, типа, чё ты не играешь со своим геймпаде от PlayStation, а на Xbox? А потому что на компе я играю вот этим. Да и к тому же, чтобы играть им тем геймпадом, надо в него подключать наушники, чтобы звук был здесь. А так, ну, не знаю, мне неудобно. Короче, вот этим я привычнее уже играть, вот. Поэтому... Давайте вспоминать, как там играть. У нас последняя глава идет сейчас. И я не помню, сколько уровней осталось. Но, по-моему, не очень много. Мы прошли в прошлой серии 3. Нам остался раз. А, нам 2 уровня и босс. Ну что ж. Пройдем сегодня все. Оставшиеся 2 уровня. Сейчас будет уровень с погони. Это я точно понял. Потому что все такие предпоследние уровни, они все... В погоне. Так, тут у нас погоня в лабиринте. Или нет? Или у нас просто лабиринт? Ой. А, ну, в принципе, можно и так, конечно, добраться, но... Смотри, сейчас летим. Ой. А, сейчас мёрф появится. Погоди, а мы случайно не бегали от этого чувака? По-моему, мы уже бегали от него. У меня вообще такое чувство, что мы бегали. О, нифига, он так далеко не может прыгнуть. Я думаю, может. Так, а что это тут у нас? А, секретик. Ну, все понятно. H. Буква H. Это что за луна такая? Ой, да опять переключалки. Ты так резко-то не крути. Нифига себе он закрутил меня. А, понятно. Мне кажется, надо вот так лучше. Вот так. Ой. Тут надо подумать уже. Не так-то просто. Куда? Ну тогда это легко. Тихо. Блинский! Ну как ты задел-то, ну? Ладно, делаем по-быстрому, так. Не в ту сторону. Смотри, не задень шипы. Я понял, как надо.
Фух, все. Еее. Отлично. Королева спасена. Йоу. Слушай, это была сложная загадка. Это, по-моему, первая такая загадка. А, все-таки я был прав. Мы это уже... Мы не видели. Там же кто-то новый должен быть. Блин. Я пропустил. Ну ладно. Сейчас узнаем. Ой, дракоши. Дракоши, не кушайте меня, я хороший. Ага. Ну, бежать надо, понятно. Ты тут что еще? Так, надо вовремя просто нажимать прыжок. Так. Ой. Блин, я вкусил. Так. Шипы задели меня. Надо быстро это делать все. На то тут 5 черепков. Нет. Не сожрешь. Господи. Я думаю, мне не получится. Он заново, прикинь, побежал, смотри. Нет, надо было вниз. О, это жесть. Да где Мёрфи-то, ёлки-палки? Ты говно, вонючее. Ну хрен он совсем опять меня подставляет. Опять меня подставляет, падла. Опять и снова. Опять и снова он меня подставляет. Вот как ему не стыдно, а? Подлая ты муха, блин. Так. Ну почти добежал, ладно. Еще чуть-чуть. Это уровень с 5 черепками. Вот тут 5 черепков действительно, ну, типа, настоящие. Потому что там, в остальных уровнях, это вообще. Там нечего на 5 черепков проходить. А тут надо вон, руками. Тихо, тихо, тихо! Ну и как это называется? Мне придется весь уровень переигрывать. В любом случае. Ладно, давайте пройдем сейчас, а потом я переиграю сейчас просто. Сразу же. А погоди, а там разве нет короля? Нет, нету. Ладно. Брус мелко уже освобождаем. А я не спас кого. Ну там король, что ли, был? Я правильно понял, да? Там был король. В той клетке был король. А, в той клетке была принцесса. А внизу король. Да. Здесь король. Блин, одного чувака пропустил и все, прикинь. Ну это слишком легко по сравнению с первой загадкой. Это вообще жесть. Это вообще изямба. Блин, это придется сейчас все бежать.
Я не буду вырезать это, я просто это на ускоренное поставлю и все. Может, буду что-нибудь говорить, если не будет получаться. А, мы этого бородатого не спасли. Принца. О, принца не спасли. Да. Ну, зато собрали все. Можно не собирать. Пик Олимпа. Ой. И такое тоже бывает. Ну чё, побежали? Ёлки-палки. Как же тут долго. Все, босс открыт. Побежали заново. Чё поделать? Ну, ну и сердечко есть. Мне нравится, что в начале каждого уровня на халяву сердечко дается. Так, скорее всего, опять пролагает ведь. Ну. Все, погнали. Ты чё творишь? Говно маленькое. А, кстати, можно посмотреть сейчас же это. Я забыл. Дракончики. Побежали! Наконец-то. Все. Осталось только добежать. Дракона вонюча. Ха-ха-ха. Сдохните, падлы вонючие. Фух. Все. Вот и блин. Очень опасно. Все. Все. Всех собрали. Конфетка. 17 минут сижу. Сколько там времени-то уже? Ой. Нормально. Сейчас будет босс, сейчас будет самый сложный уровень в этой игре. Дай мне, Боже, силы его пройти на видео. Я не помню, я помню, просто проходил, когда... это было очень давно, я помню только то, что на следующий день, после того, как я не мог пройти его раз 500, на следующий день я его с первого раза прошел, вот буквально. И это пипец, ну как? Как это пройти? Я не помню вообще ничего, сейчас опять бы... да? Ну, этот кулачок. Блин, еще здесь бегать надо. Смотри, какая красная, как помидор уже. Надо... Вон эти каракатицы черные там. Вон они сидят, эти падлы. Чё это такое? У-у-у, они собираются в огромного монстра. Это рука? Это летающая рука? Капец. О, опять бэмбо. Так, а что делать-то надо? А-а-а. Понял. Смотри, еще его. Куда ты вниз-то упал? Это что за чуваки такие?
Так. Ха! Падла. За ограниченное время надо убить. Надо сразу. Блинский, а? Так. А! Давай, давай, эту падлу гаси, гаси. О! Все? Ага! Только не кажется заново. Фу. Ну, я бы не сказал, что это прям сложно, конечно. Ну, первый был легкий достаточно. Так, а что со вторым будет? Вторая стадия. Нет! В мозгах прыгаем. Однако ж мощный ветер, я тебе скажу, ты посмотри. Ну, это Олимп, елки-палки. Ты Зевс даже был. Настолько это олимповый Олимп. Теперь летать, что ли, будем? Да мы куда летим-то? А теперь что, две руки будет? А! Тут сердечка нет. Кто здесь? Капец, эти маленькие гады. У него есть глаза. О! Не, ну тут уже не получится у меня это самое. Супер удар. Смотри, он в воздухе держится. Ой, тут есть момент, когда они могут меня сожрать оба. Смотри, он в воздухе остается. Так. Так, одну убили. Давай! Давай, 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 чуть-чуть осталось. Нет. Йос! Второго завалили, отлично! Так, хрюнь. Ой, хрюн. Так, теперь мы на хрюшке будем. Все, мы на самый верх поднялись. Сейчас будет, наверное, самое дикое. Сейчас будет просто монстр. Целый. Как его убить? Охренеть. А, я думал... Надо было в сердечко стрельнуть. Да как? Ты наверх прыгай, Рэймон, а не вниз.
Нет. Угорает, а? Куда ты вниз-то, блин? Если он лестница. Да это будет вообще не смешно. Да блин! Ну как? Вверх он летать не умеет. Давай, давай, монстр этого уничтожай. Вот, надо так, чтобы он прям проехал по нему как след. Ну, чтобы не по мне, конечно. Задолбал ржать, все не смешно. Знаешь, как с тобой тяжело. Падал ты, черная. Блин. Мрази маленькие эти, а? Ему по рукам. Вверх, Реймон. Ну все, это провал. Надо отсюда начинать, да. Так, собрались. Сейчас мы его уничтожим. У него уши вообще это, ну. Я же получил сердечко. Надо желтый вот этот говно уничтожить. Вообще не попал. Ну почему ж ты не попадаешь-то по нему, блин? Так, ладно. Блин, ну ты тупой, что ли? Реймон, ну зачем ты вниз-то упал? Ёлки-палки. Почему ты суперудар не делаешь, ты тупой кролик? Так, у него это крылья, да? Не уши. Ты дебил, Реймон. На платформе тебя держаться никто не учил. Крылышки у него нет, самое, я понял. Задел. Задел, прикинь, задел. Я понял, надо... Ну-ка, заново. Надо успеть...
С этой стороны его. Понял. Надо успеть его с этой стороны жахнуть как следует. И с этой. Во. И вот тут еще. Во. Зука, тупорылый, ты тупой синий обмудок. Зачем ж ты? Да встань ты. Как он меня бесит уже. О! Шикарно. Да крылышки-то у него это, нет? Живые, нет? Да как? Сука, я уже не могу. Ты держи кнопку. Но он не задерживает ее вообще. Он вот этого вот говна не машет своей ручкой маленькой. Так. Ну пальцы нахрен отбить все. Нет, сука, тупорылый ублюдок. Не, ему надо сперва руки отстрелить. Очень плохо ударил его. Ужасно. Ладно. Как тут комментировать тяжело так? Ну это самый сильный босс, чего хотели. Тихоньки да хахоньки думали тут будет. Нет, ушки. По мозгам, блин. И Реймону по башке надо надавать, чтобы он не прыгал, сука, тупой идиот. Вниз. Ему глаза уже выбили. Здесь нужен ветер. Ладно, почему крылышко-то не бьется его, сраная, поганая? Это будет очень долго, очень плотно. А я вам говорил, я помню, потел на этом боссе ужас как. А, ну тут достаточно прыгнуть, хорошо. Учту. Ну. Я не понимаю. Сейчас вообще его отлично разрушил. Без комментариев просто. А!
Надо отсюда начинать. Так. Опа! Под пальцем. А, он перелетел. Это уже не смешно, но я смеюсь. Вот, это не смешно, а я смеюсь, потому что я сумасшедший. А у кого сейчас бы срака взорвалась? Например, у мелкого меня. И все-таки он, падла, попал. Ну ты посмотри, какая мразота. Сучья падаль, а. А больше хилок не дадут. Тут тяжело удержаться, а? Это очень длинная серия будет, походу. Она уже полчаса идет. А у меня время ограничено сегодня. Не смогу долго сидеть. Не пройду его сейчас, пройду потом. Окей. Я в него стрелял, ты видел. Господи, какая же эта мразота сильная, а? Да он та чмошник, просто его попасть надо, и все. Вот. Ну давай, сейчас пройдем, все, это финал. Финалочка, ребят, финалочка. Нет. Он не прыгнул на свинке, ладно. Еще раз. А это свинья одноглазая, смотри, я только сейчас это заметил. Блин. Она одноглазая. Падла какая, а? Летающая. Ух ты, летающая гадина. Когда же тебе пройду, а? Че там, какая игра непроходимая? Dark Souls? Эй, гоня. Вот Dark Souls тебе. Как раз Dark. Темная. Все, я сейчас очень плохо его разломил, конечно. Ужасно. А он не прыгает вверх. Ну, вверх не умеет, он умеет только вниз. Вот это я его, конечно, сейчас. Так, оп. Все. Нахрен я это вообще бью? Задел. О, у меня уже палец болит. На Y... Ой, да, на X задерживать. Или что там? Да, на X. Ну, в принципе, алгоритм того, как он атакует, мы знаем, как он летает. Вот, самое главное, вот это вот сломать. Остальное как-нибудь само. Ой, блинский. Не успеваю я. Давай, падлу эту угаси. Почему ты пролетел мимо, ублюдок вонючий? Я уже не могу, я сейчас. Тихо, рядом, он будет шевелиться.
Ну, у него там еще целая тьма. Чё я его убил? Это кто такой там? Свиньи полетели. О, люмы! Люмы! Люмики! Люмики! Охренеть! Это награда! Отлично! Все, затащили. Ну чё, падла, все? То же самое. Это можно пропустить? Да. А что там изменилось-то? Мне покажешь, не? Это же последний уровень. Ну опять он в жопу свиньи, да, в созвездии свиньи. Вот так вот. Все, финал. Это был конец. Осталось только два видео, может, еще по этой игре будет. Это музыкальные уровни и еще кое-что. Ну, эти, на время. Ура! Все. Фух. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Rayman Legends. Мы ее прошли. Осталось еще пара видео. И все, ее больше не будет. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить этого интереса, и вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следовать по всем ссылкам в описании, жмите на колокольчик, не забывайте, что ссылочка на плейлист с этой замечательной игрой есть в описании и в подсказках этого видео. А на этом у меня все, всем удачи, всем пока.